Суббота. Воскресенье! У-ху! Я сегодня должна выглядеть сногсшибательно. Ты и так много работала. Пора тусить, детка. Я тоже хочу гулять с друзьями. Тоже хочу танцевать на концерте, а не со шваброй. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье! У-ху! Привет! Привет, Сонь. Ну что, ты идешь с нами на концерт? Да, это будет эпичный день. Я так устала за эту неделю. Танцы, вокал, актерская школа. Наконец-то я смогу отдохнуть. Да, Рыжик, тебе пора отдохнуть. Через час встречаемся на нашем месте. Если честно, я всегда поражаюсь твоему безумному графику. Чтобы жить полной жизнью, нужно находиться в постоянном движении. И только тогда один день будет не похож на другой. Ну все, я пошла собираться. Я сегодня должна выглядеть сногсшибательно. А это что такое? Милая, нас с папой срочно вызвали по работе. Будем позже, еда в холодильнике, вечером будут гости, а я ничего не успеваю. Пожалуйста, сделай все из списка, ты нас с папой очень выручишь. Извини за неудобство, у нас может не быть связи. По всем вопросам к бабушке. Алло. Рыжуля, все только тебя ждут. Я еще дома, у меня появились некоторые дела. Родители уехали. Да ладно, это твой выходной, забей на дела. Ну, может, я пойду на концерт в следующий раз? Что? Ладно, Сонь, думай. Ты и так много работала, пора тусить, детка. Ты же видишь, как это важно для мамы. А концерт можно и в записи посмотреть. Тем более, может, там и не так много дел, и ты еще успеешь. Думаете, успею? Мы в ответе за тех, кого приручили. Да, Джинни?
Сначала нужно тебя накормить и погулять с тобой. Пойдем. Ладно, Рыжик, мне пора. Не скучай. Ничего, Джинни, мы с тобой тоже развлечемся. Выбирай дорогу. Да. Джинни, когда я говорила о развлечениях, я не это имела в виду. Всю ленту своими фотками с концерта завалили. Что, нечего больше постить? Я тоже хочу гулять с друзьями. Тоже хочу танцевать на концерте, а не со шваброй. Каждый раз, когда опускаются руки и когда нет больше сил что-либо делать, нужно вспоминать, ради кого я все это затеяла. Она была со мной, когда я болела, привила мне любовь к танцам и музыке, переживала за меня и делала все для меня. Теперь моя очередь сделать что-то для нее. Я сделаю все, чтобы мама была счастлива. А погулять я еще успею. Снова насыщенный день. Не жалеешь, что осталась дома? Нет, я сделала свой выбор и не жалею ни о чем. Я сделала это ради семьи, потому что она для меня важнее всего. София, мы дома. Ого, как тут все красиво. Спасибо, моя помощница. Что бы я без тебя делала? Ты меня так выручила. Кстати, та музыкальная группа, о которой ты говорила, мы решили с папой тебя порадовать и купили билеты на концерт в Варшаве. Поэтому пакуй чемоданы. Мы едем на следующих выходных. Ура! Спасибо! Я вас так люблю!